Всем привет, друзья! Купил вот такую обновочку небольшую. Роутер. Чего у нас здесь пишет? N300 улучшенный Wi-Fi роутер. Ну посмотрим. Посмотрим, какой же он улучшенный. На 4 рожка. Сейчас я его достану, эти рожочки. Выпрямим и посмотрим, что у нас получится. Так, ну вот такой монстр у нас получился. Инопланетное чудо. Так, ну проводок и блочок питания, как обычно. В общем, ребятушки, купил вот это добро за 2500. Напишите, как это дорого, дешево. Ну, может быть, где-то чуть-чуть дешевле есть. Ну, вот как бы у нас вот так вот. На роутеры мне обычно везет, долго служат. Поэтому будем надеяться на лучшее. Вот такое. Так, ну переворачивать не буду, там код. Чтобы кто-то не подключился к нам, да? Четыре рожочка. Теперь будет вот такой интернет. И самое интересное, друзья, две точки, между ними расстояние где-то, где-то метров 50-60. И в одной точке за 3 мужик продает, и ему нужно на карту перекинуть. А в другой точке за 2500, и можно оплатить через терминал. Вот и думаете, да? То есть кто-то работает в черную. И комфортно, и классно. Чик, карту притулил и все. Вот тебе и сервис. Так что будем надеяться, интернет будет летать. Техника, да, я соглашусь, особо так недорогая, но я и не стримлю. Ни на Ютубе, ни на Твиче, поэтому... Мне те роутеры по 300, по 500 баксов, они мне абсолютно не нужны, ребята. Поэтому можете не писать это. Мог купить и дороже. Они мне не нужны. Мне и этого с головой достаточно. Всем удачи.